Ребята, можно потише? Ребята, ученики, которые стоят на линейке. Кто сегодня рано встал, в школу быстро прибежал? Ну, конечно, это я и со мной моя семья. Это было 11 лет назад. Мы в первый раз с толпой сверстников ребят явились в первый класс. Мы стали взрослыми теперь, нам детство не вернуть. Нам школа в жизнь открыла дверь и указала путь. Теперь же позвольте нам обратиться к тем, кто лишь начинает учиться. Вас, первоклассников, мы поздравляем. Отличных успехов в учебе желаем. Желаем найти в школе новых друзей и здесь провести много радостных дней. Дружите со школой и с учителями, и скоро вы станете выпускниками. По уже сложившейся традиции, 11-классникам предоставляется право вручить подарки первоклассникам. Абдуразаковой Зариме. Я буду в школе не могу.
Кирюшек.